Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать о нашей разработке квантовом голографическом модуле Гравитон, который выглядит вот таким образом. Одна сторона информационная и вторая сторона энергетическая. Для чего предназначен этот модуль? В первую очередь этот модуль предназначен для обработки воды. Он работает как энергоинформационный фильтр. Две стороны у модуля. Одна сторона очищает, обнуляет информацию с воды. И вторая сторона энергетическая закрепляет уже чистую структуру. То есть этот модуль задает воде природные функции чистой воды. Для того, чтобы обработать воду, мы можем взять и любой объем. Мы можем взять стакан воды, мы можем взять 3 литра воды или 5 литров воды. И достаточно на модуль сначала, на информационную сторону, или как мы говорим, обнуляющую, располагаем воду. В течение 1-1,5 минут вода очищается от наслоившейся информации. И вторая сторона энергетическая, на нее мы тоже размещаем воду, она эту структуру, чистую уже структуру, фиксирует. Этот модуль применяется не только, ну и далее, конечно, мы эту воду можем употреблять в течение дня, если это, например, большой объем. Кроме того, так как гравитон очищает жидкостные среды, мы его можем использовать в разных направлениях. У него очень широкий спектр действия. Ну, так мы понимаем, что мы с вами состоим из воды. Практически более 70% воды в нашем организме. Поэтому модуль Гравитон может работать как скорая помощь. Если, например, возникает какая-то боль, воспалительный процесс, мы можем располагать этот модуль в прямой проекции проблемной зоны. Сначала информационной стороной обнуляющей, затем энергетической стороной. Время расположения, конечно, в проекции проблемной зоны от 15-30, может быть, кому-то час понадобится. Это в зависимости уже от исходного состояния, до исчезновения каких-то болевых симптомов или, ну, неприятных ощущений. Очень хорошо этот модуль снимает информацию, как мы говорим, с других предметов, например, или продуктов питания. И очень важно понимать, что та пища, которую мы с вами употребляем, мы уже знаем, и ни для кого это не секрет, что она насыщена и ароматизаторами, и вкусовыми добавками. И если это сельскохозяйственная продукция, мы понимаем, что там очень много химических различных веществ, которые применялись для, например, лучшей урожайности или для борьбы с вредителями. И, естественно, это токсины для нашего организма. Как защитить себя от этого? Поэтому мы тоже можем продукты питания, прежде чем их употреблять в пищу, мы можем размещать сначала на информационной стороне гравитона и выдерживать их 15-20 минут, так как это все-таки уже более плотная материя. И обязательно вот эту чистую структуру зафиксировать на энергетической стороне. Кроме этого, модуль гравитон способен обнулить, как мы говорим, или убрать, устранить такие компоненты, как ГМО. Сейчас уже тоже мы знаем, что ГМО содержится во многих продуктах питания, особенно импортных продуктах питания, и об этом уже открыто говорят и пишут на... Ну, есть закон, который обязывает это все размещать на упаковке, но мы не знаем, соблюдается этот закон или не соблюдается. В любом случае, когда дело касается нашего здоровья, здоровья наших детей, тем более, обязательно мы должны проявлять бдительность самостоятельно, защищать себя от подобных отрицательных воздействий. Поэтому модуль Гравитон в помощь для того, чтобы мы уже продукты употребляли без какого-то вреда для нашего организма. Очень хорошо Гравитон очищает, как я уже говорила, и различные предметы. То есть любой предмет, любое вещество имеет свои природные свойства, качества, свою информацию, свою энергетику. Но находясь в определенных зонах, побывав в чьих-то руках, может быть, этот предмет всегда и постоянно наслаивает постороннюю энергию, информацию. Таким образом, в зависимости от того, какая-то информация отрицательная, положительная, предмет будет уже выполнять такое же действие. Либо он будет приносить вред какой-то, либо он будет гармонизировать.
Поэтому мы можем на модуле Гравитон, что немаловажно, например, для женщин, которые особенно любят носить украшения, использовать гравитон для того, чтобы очистить от чужой энергии, от отрицательной энергии ту бижутерию, которую носят, или те украшения, то есть ювелирные изделия, можно почистить. И были случаи, когда, например, серебро, которое было почерневшим, и его располагали на информационной очищающей стороне модуля гравитон, оно, вот это вот черный цвет, вот этот уходил, оно начинало блестеть. Сами мы тоже можем быть источником, как мы говорим, такого инфицирования информационного, когда мы находимся в болезненном состоянии, когда у нас отрицательные эмоции проявляются, когда нам плохо, когда у нас не очень хорошее настроение, когда мы бываем у кого-то или в той зоне, где ну, идет напряжение психоэмоциональное. И вот эти все состояния, они же тоже записываются на металл, потому что металл очень мощно записывает любую энергию, информацию и хранит ее. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя и просто не дать внедряться какой-то отрицательной энергии, мы можем очищать ювелирные украшения, тем самым обязательно обрабатывая на энергетической стороне, тем самым эти украшения будут не просто чистые, энергоинформационно чистые, но они еще будут энергетически активные, то есть они будут давать дополнительную положительную энергию, потому что они, обрабатываясь на гравитоне, а на энергетической стороне энергетически подпитываются. То есть это как бы польза такая. Так как модули, квантовое их название соответствует вот тем параметрам действия, которые они оказывают, квантовые голографические модули, то есть они работают на принципах по закону голографичности, по голографическим связям. Поэтому неважно, например, на каком расстоянии мы работаем с этими модулями. И когда у наших близких какая-то нестандартная ситуация, мы можем оказать помощь дистанционно, работая по фотографии. Эти методики у нас есть, мы говорим о них. Эта методика у нас описана в методичке по применению модуля Гравитон. В этом видео я рассказала не все способы применения модуля Гравитон. У нас есть методическое такое пособие по применению квантово-голографического модуля Гравитон. Здесь много советов, рекомендаций, как располагать на модулях, какие прошли исследования. Поэтому в этом пособии вы найдете очень много полезных и понятных инструкций по его применению. И очень широкий спектр применения. С этого модуля, как правило, наши пользователи начинают свое взаимодействие, то есть используют модуль Гравитон для очищения жидкостной структуры, для выведения шлаков, токсинов. Ну, как скорая помощь также используют. Правило, модуль Гравитон мы рекомендуем применять на начальном этапе и использовать его в паре с модулем Радар.